Всем привет, с вами снова Филранес, мы продолжаем проходить Dark Souls 3, потихонечку двигаемся к завершению. Так, в прошлый раз мы с вами убили Мидира, сразу после этого надо бы сходить опять к... сходить к Бабёхе, получить у нее награду. Да, сейчас я получу награду. Ты получишь то, что заслужил! Мать! Они даже не ваншотаются, охренеть. Так, ну а теперь нам надо идти гасить следующего босятку. И честно говоря, мне бы на этого босятку призвать кого-нибудь, потому что он не совсем честный. Там чисто идет ПВП. О! Идеально. Правда, он, наверное, на Мидира стоит, но ничего, копье церкви тоже хороший босс. Пойдем. Hello. Пойдем. Let's go. Да-да-да, нам прямо. Отлично, он понял. Так, этого, я думаю, заберем мы вдвоем-то, да? Да, да, заберем, да. Я, конечно, напрягаю перса в трусах. Чё он такой жирный, блядь? О, отличные мечи дали, кстати. Тоже для ПВП идеальный вариант. А, здесь тоже он знак призыва есть. Но не. А то слишком жирный будет. Так, ага. Все, он запомнил. Твою мать.
задний нос. Заебись. Охренеть. Вот вам и копье церкви. Так, баба ни о чем. Она, походу, на медире специализируется, учитывая электрический меч. Так, лады. Моя пуколка тоже мне не сильно помогает. Вот, классный, но 40 силы, где взять? Или можешь вообще вот этим попробовать? Наверное, да, пойдем с ним. Так, она не хочет рисовать знак даже. Пойдемте попробуем призвать второго. Там был знак, тоже желтый. Но это жопный на самом деле босс. Я когда убивал... Не, на пиратке он херня. Конечно, сложно бороться сразу с тремя противниками, по-моему. Но, в принципе, допустимо. Сносил, выигрывал. Но вот когда играет челик, ПВПшник, и ему еще и помогают... Это очень тяжеловато. А где знак? Все, блядь. Сука. Можно призвать Лаппа. Лоскутика, ну блин. От него толку почти никакого. Печалька. Кстати, интересная комба у чела была. Копье Гундира. Он с таким мувсетом вообще не дает тебе возможности уйти от удара. Бля, чё, слаб призывать? Вроде есть маленький шанс, что призовется бот. Хз. Если парировать умеете, на изях. Я, к сожалению, не умею. Вот это было рядом. Нет никого, да? Грустно. Моб? Нет, это игрок. Нет, моб. Бот. Там тоже, блин, не хуёвый, но... Ладно, терпимо. Повезло.
Это прикол, вот этого не знал. А, бля, выпусти. Еще выпусти. Да, катана крутая, не спорю. Блять, тормозни. И сдал вас кутику. Бля, у них баланс вообще не сбиваемый, да? Круто. Охуеть. То чувство, когда миньона не можешь, блядь, убить, тяжелее, чем, блядь, босса, по-моему. Отлично, одного убили. Сейчас позже еще один вроде вылезти должен. Но есть идея. А, на баланс нам похуй. Хуёвая. Пиздец, он мне пидорасит. У меня от этого меча вообще никакого урона, блядь, нет. Вот реально. Теперь жопа. Ой. Да блять, тормозни. Я сейчас сдохну. Да, этого-то я убил. Что теперь делать с боссом? Чем убить? Ну, изысканный у нас нет ни хера. Что делать? Охуеть.
блядь, скорость атаки я манал. Помогите. Кстати, хороший вариант попробовать отравить. Это ж отравленные стрелы? Да, отлично. Блин, похуй. Он уворачивается. Травись. Не траванулся еще. Блять, просто писька хп. Ахаха. Да. Может, вот эти точнуть? Магический урон, огненный урон. Прирост у них все равно D. Кстати, вопрос есть? Ага. Можно еще вот таким травить, кстати. Попробовать. Так, что у нас есть? Давай такое. Я думаю, хватит. Так, укрепить вот эти клиночки. Бабуль! Так, о! Вот эти говняхи, по-моему, быстрее кидаются зато. А, их можно всего 5 штук с собой. Печалька! Никого нет, да? Одного спугнул, второй не дождался. Мне кажется, баба рисует знак по дороге к Мидиру. Ну реально, с большим мечом, в ПВП ни о чем. Я ее не осуждаю. Я вообще, когда игрокам помогал и качал Ковенант Солнца, помогал защищать локацию и убивать боссов, это. Как они там, блять? Диаконы глубин, вот. Просто рисовал в церкви и проходил, сколько надо было игрокам. Всю локацию, часть, кусок. Неважно. Ааа!
Ну, правильно, иди нахер. Так, а нам, по идее, это кольцо-то и не нужно же, да? Ну, какое нам нужно? Ну, давайте на повышение баланса, ладно. И никого нет. Блядь. Становлюсь похож на мошонку. Отлично. Все, пиздился, Арго. Да, и это самое. Сука. Да, да, услышишь сейчас зов. Кольцо дай поменяю, тварь. Нет. Походу один был, блядь, победил. Все, хватит с меня. Блядь, этот черт хилится. У вас кутик все? Прикольно. От души, бро. Блять, я же нанес удар. А, себя, блядь, кидаешь. Круто, да. Ладно, эта хуйня кидается под себя. Зато токсин. Бро, а ты отравишься, нет? Сука, почему я траванулся, он нет? Короче, хуёвая идея. Заебал, блядь, его катана, реально. И баланс у него вообще несбиваемый. Можно игрока? Там, по-моему, больше шансов.
17 урона, серьезно? Да, пизду. Так, эти клинки тоже ни о чем. Ой. Че, никто мне не хочет помочь? О, божечки, чем можно напасть? Вот это классная тема. Но я ее не доточу, у меня, блядь, титанита уже нет. Hello. Сейчас обратно съебнет. Да, я с этим, блядь, пойду, наверное. Hello again. Так хотелось туда. Да, это на Мидира. Ой, вот этого я бы нахер послал. Пойдем, манду его. Давай в два смычка-то его. Ой, низкий поклон тебе. Я нерд. Выпьем. За твое здоровечко. Фух. Так, ну, дальше нам уже вот это пригодится.
И, наверное, огонек. Но эти, наверное, все равно менять не буду. Эстусы. На пару залпов есть, и ладно. Так, повысить уровень. Ай, да я вообще хз, что скачать. Будет мана. Так, давайте попробуем качнуть копьем. Пригодится в будущем. Ну, чтобы куда-то деньги слить. Ой, оно мерцающее. Ой, отлично. Копье на фул качнул. Так, я бы купил, знаете, чем? Не знаете, потому что я не знаю. Мне, в принципе, ничего не надо. Может, у лоскутика уголь еще продается? Потому что уголька-то у нас потихонечку становится меньше. Сидеть. Давно его не видел. Вот Рик, замок, из которого не возвращаются. Сарвор совсем пропал, если он на что-то надеется. Ведь он не новичок. Что же втянул его в эту авантюру? Я, кстати, не помню, я, по-моему, пепел серокрыс не находил. Или находил. По-моему, находил. На что деньги-то потратить? 25 тысяч. Надо что-то купить, потому что дальше больше сейчас будет жизнь боль. Что есть? Да нет, нихера. Ну ладно, давайте что-нибудь у бабки присмотрим. Музычка приятная. Ну что ж, все. Дальше у нас боль и страдания. Осталось два босса. Три. Ну, один, ладно, я его, блядь, за буст не считаю, там херня. А в DLC-шечке вообще один. Ну, кстати, куда мы прилетали? Мы видели эту церковь, здесь Мидир как раз-таки спал. Яичкам. Вот и оболочка. Оболочка, я так понимаю, вот это яйцо чем-то напоминает как раз-таки то, где мы находимся. Типа та самая стена. Хотя хз. Девочка сейчас расстроится из-за того, что мы яйцо разбили. Попробуем сейчас Гайль, наверное, убиться с первой попытки в соло. Получится, не получится. Потом, если что, посмотрим, может, кого-то призвать можно.
уже конец света. Лотрик, вон он вдалеке, Дранглик из второй части. Вот тут Лотрик, и все это пеплом завалило. Так, тут ни хера нет. О, есть знак. Мистер My Dude. Пойдем, My Dude. Лучше надо сразу. Время заканчивать. У нас впереди еще одна боль. Здорово. Элеонора, помоги мне, пожалуйста. Help me, please. The Red Hood is come to eat us. Красный капюшон придет и пожарет. Ну, а вот, собственно, и красный капюшон. Нашел всех пилигримов или какие-нибудь пигмеи. Всех королей и распидорасил. Надо было, наверное, первую попытку все-таки соу. Челик сейчас сидит, думает, блядь, какого хера игра не начинается. Он сидит и хавает. Арториас! Давай сюда, да, темную душу. Для картины моей госпожи. Собственно, почему Арториас? Да вот почему. О, моя... Оп! Прилетела. Бля, вот этот удар я помню, блядь, он почти ваншотает. Но на него, кстати, провоцировать можно. Вот если что, вы бьете, провоцируете его на вот такую дистанцию. После этого выпада есть хорошее окно на удар. Черта, блядь, как у Мидира, наверное. Ох, теперь начинается самое веселое. У него вообще, по-моему, 5 фаз. Или 4. Ну, правда, одна полоска ХП. Ну, правда, жирная. Это что, кровь? Кровь темной души. Меч, кстати, специфичный. Ну, там прикольные комбухи крутите, но, по-моему, не имба ни разу.
понеслась душа в рай. Баланс сбивается. Его вообще, по-моему, отравить можно миазмами. Поэтому, типа, соло-то убить можно, главное, какой билд вы используете. Живи! Я живу. Готов. Ну, это с профессионалом. Без профессионала я бы здесь сейчас долго сидел. О, красиво ушел, кстати. Мистер Дуд. Да. У этот сложный за счет того, что много урона вливает и слишком толстый. Ну, в принципе, убиваемый. Ну, просто время тратить не очень хочется. Мы и так целую серию на Медира убили. Сейчас бы еще целую серию ушла на этого пацана. Так, здесь у нас еще две, в этой локации еще два моментика остается. Один кусок титанита и та самая, как ее звали-то, я уж не помню. Короче, барышня, которая нам дала кусок титанита сегодня, когда мы вначале к ней подходили. Которая просила нас Медиру ушатать. Да, интересно, конечно, здесь выглядит конец света. Здесь, по-моему, барышня. Она, кстати, опасная, я помню. Она, по-моему, в два удара уложить может. Вот она. Я искал тебя, пораженное тьмой создание. Шира. Descendant of gods and trusted in the At once, I am the honor of the gods, the glory of fire and the fear of the dark. Thou shalt not go unpunished for thy treachery, my profanity and my shameless yearning. Про это я и говорю. Сука.
Какая хилка, ты чё? Круто попало. Упакует меня здесь. Упов разменялись. Блять, сколько хилок-то там. Ман там бесконечная, да? Бомба-шап. Заебало, мать, ты чё, 5 раз уже похилялась? Ёбда ваш, что ли? Всё? Слава богу, кончилась банка её. Тварь! О, экранчик сделал случайно. Ой, блядь. А там, если против, 120 тысяч. Поближе будет. Вот сейчас на ней-то и будем потеть. Боссы, боссы. Босс хотя бы, бля, 5 раз себя не лечит. А, кстати, есть еще бутылка на эту же, на ману. Может, огоньком в нее покидать? Ну, блядь, огоньком кидать такое, она сразу начинает в меня кидать. Молнией. Защиты от молнии у меня нихера нету, да? Естественно. Всякие эти молниеносные штуки у нас в локации, где я еще не был. Который у нас на десерт. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Чё стесняешься? I've searched for the dark, stricken creature. I am Shira. Это нахер Шира. Descendant of gods and trusted friend to Medea. At once, I am the honor of the gods, the glory of fire and the fear of the dark. Thou shalt not punish me for thy treachery, thy profanity and thy shameless yearning. Заебись, похилялась. Отец. Сейчас молнии накроет. Охренеть. Вот это дэмэдж. Сейчас, блядь, закопает своей лопатой этой, блядь.
поймали. Жопу со своей херней. Все. Что-то быстро кончились, тут у тебя хил. Вот. Все, мать. Это конец. Никогда я не прощу таких, как ты. Грешен, каюсь. Пойдемте потратим душ, потому что сейчас еще к одному пацану пойдем. Здесь же, только в другую сторону. Там кусок титанита дают. Так, из рыцаря Гаэли. Я не знаю на самом деле, что делать. Там можно сделать его арбалет скорострельный. Штука прикольная, но очень быстро портится. То есть очень много вы не постреляете. Либо его меч. Я, наверное, все-таки скрафчу меч. Пусть будет. Так, ну и берем два уровня. Даже на два уровня не хватает. Так, там надо 8000, по-моему. Вон он. Биг бой. Кстати, по-моему, этот сет от огня защищает. Не топово, но... Это что за хуйня? Не, ну вы видели? Я сам в ПВП дрался с этим бичом, я помню его мувсет. И на чем он должен заканчиваться. Найс. Что ж. В таком случае. Давайте последним костром. Давайте завершим сюжетную ветку DLC. Завершается она у нас вот здесь. Часовня Ариандели. А в следующий раз пойдем к самому вкусненькому. Я думаю, за одну серию мы дойдем до последнего босса. О, здесь пожар. Вот она сидит, девочка, для которой, ну, этот хотел черную душу. Даем ей кровь. Благодарю тебя. Теперь я нарисую мир. Прошу, скажи мне свое имя. Благодарю тебя. Я назову этим именем мир, который нарисую. Это будет холодное, темное и очень спокойное место. Однажды оно станет и для кого-то уютным домом.
Интересно, когда же вернется дядюшка Гайль? Надеюсь, новая картина станет для него уютным домом. Да. Может быть, когда-нибудь выйдет Dark Souls 4. Мне кажется, вряд ли. Я не был прикольно, если бы они сделали нарисованный мир в честь имени игрока. Так, ну а на этом я, наверное, с вами прощаюсь. С вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.